Шура отдыхает. Чтобы запивала земля. Бузовой нравится. Это просто шедеврально. Соседа в шоке. Ну, конечно, это не уровень X-фактора абсолютно. Что было в первом выпуске белорусского X-фактора? Давайте вместе посмотрим и обсудим в этом видео. Сказали, что 300 лучших музыкантов выйдут на сцену. Поэтому, так сказать, все, кого мы увидим, в том числе в этом видео, это отборные, это лучшие музыканты, имейте это в виду. Опять-таки, в жюри соседов Алихно, Серега и Бузова, конечно же. Очень долгая затравка. В самом начале рассказывали про каждого члена жюри. Уже хотелось, начинайте. Но нет, стартанули примерно с 8 минуты, при этом не рассказав-то о правилах. Меня зовут Никита Белько, и мне 16 лет. Знаете, к своему стыду я ни разу не смотрел шоу X-Factor. Я слышал, что был этот проект вроде как в России, в Украине, но я не в курсе, какие правила. В чем вообще суть? А в чем суть? Опять же, сказали, что члены жюри — это наставники, но вот мне было не особо понятно, чему же они будут кого наставлять и чему научат Бузова. Мне показалось, что фоновая музыка еще чуть-чуть и перекроет голоса жюри. То есть они говорят, а музыка так колбасит, что еще чуть-чуть их будет не слышно. Но опять-таки это, конечно, дело вкуса. Опять-таки у всех разный слух. Напишите, как слышимость у вас в комментариях под этим видео. Вы думаете, что после этого проекта ваша жизнь как-то изменится кардинально? Я постараюсь для этого сделать много. Участники выступают, говорят, получил 4 «да». И вот ведущий Владимир Богдан за кулисами встречает этих участников, то есть он не на сцене ведет, а там, и говорит, что, мол, прошли в тренировочный лагерь. Но кого, как там вообще, кто вообще будет тренировать, не до конца понятно. Многому надо учиться. Ничего выдающегося в этом пении я не вижу. Второй на сцену вышла Оксана, вроде как из Жеса или Римов Тодора, ремонтирует плитку, укладывают дорогу, вообще простая, как 3 копейки. Говорит, в подчинении у нее мужчины, и с ними проще, чем с женщинами. Где-то и наругаю, а где-то приду и скажу, мужики, ну все, работаем. Досмотрела до 15 минуты, и меня интересует один тот же вопрос, сколько «да» надо получить, чтобы пройти дальше. Может, к примеру, в «Ты супер» на НТВ можно получить 3 одобрения, и тогда проходишь. А как здесь? Достаточно 2, к примеру, «да», либо же 3? Не знаю, пока еще на 15 минуте это непонятно. Что касательно участницы, видно, что она поет так, что конкретно на нерве трясется микрофон. И в ноты, конечно, не попадает, но видно, что начальник. То есть лично я бы ее боялся, нужно не дай бог, да, отключат электричество, там, отопление. И вот на это-то, вот как мне показалось, и была ставка. Обратите внимание. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше. Ну и вот, собственно, то, о чем я говорил. Напор сработал. Бузова в восторге, соседов тоже сказал «да», но как же, вы посмотрите, даже вот по комплекции, да, насколько это серьезная такая солидная женщина. А соседов, ну что это такое, да, вот встретятся они где-то вот в темном переулке, и что тогда? Понимаете, поэтому, конечно, получила одобрение 4 «да». Я вам говорю «да». У нас 4 «да», коллеги? Смотрите, давайте... 4 «да» у нас? У нас 4 «да». Чуть позже я все-таки понял, что если 2 «да» из 4, то участник не проходит. Если 3 еще проходит, 4 тоже. Вот. А что касается очередного участника, то, конечно, тут Шура отдыхает. Потому что у него, насколько помню, одного зуба не было, да? А здесь такое чувство, что 2 либо 3. Мое окружение, мне знакомое окружение, мне умудрилось уже 3 раза сломать челюсть. И 3 раза сломать нос. Оказывается, Денис Грузчик, начальник, держит в ежовых рукавицах. На конкурс отпустил, так и быть. Ну иди сходи, иди покажи себя, но дал наказ. Он боится, что я опять выступлю не так, как положено им. И в дальнейшем, как они говорят, ты опозоришься. Поет Денис действительно очень уникально. На мой взгляд, он бы выделился на Евровидении, быть может бы и победил. Потому что, конечно, все были бы в шоке. Это не формат, это как раз то, что любят на Евровидении. Постоянно побеждать что-то необычное, что-то оригинальное. И вот, конечно, очень обидно, что Беларусь-то не пускают уже на Евровидение. Вот гады, да? Правда, вот почему так? Почему? Это нечестно, это несерьезно. А Денис явно смог бы. Будут люди, что ранен куплет. Который свой талант, ведь талант немало стоит. Чтобы запевала земля. Шутки шутками, но Бузова-то в восторге. Это просто шедеврально. Соседов же не одобрил, говорит, что если сейчас сказать «да», то погонят поганой метлой и обвинят жюри в маразме. Да, да, нет.
Да. Два «да». Тут я понял, что белорусский X-Factor — это не вокальное шоу, а просто шоу. То есть для того, чтобы развлечься, отдохнуть, переключиться, быть может, посмеяться. Опять-таки, видимо, важны разные типажи. То есть с самыми необычными историями. Владимир Стригельский работал, оказывается, с Борткевичем из «Песнеров». И действительно, с чувством юмора мужик на вопрос Бузовой, кто его сейчас поддерживает, ответил так. Костыли. Пел действительно хорошо, мне понравилось. Мужик молодец. То есть подведем итог. Как по мне, в принципе, прикольно. Учитывая, что в Беларуси этот проект снимали впервые, и участие в жюри-то Соседовой и Бузовой, это, конечно, уровень, как минимум, для хайпа, да? Вот для того момента, чтобы все-таки люди посмотрели, поразвеялись и расслабились. Напишите ваше мнение, как вам X-Factor в Беларуси. Опять-таки, если хотите посмотреть полный вариант, можете перейти по ссылке. Снимала Белсая радиокомпания на Беларусь в фильме. В общем, Голливуд отдыхает. Счастья вам, успехов, любви, только шикарного настроения. До встречи.